Во Дворце творчества состоялось пленарное заседание регионального этапа 26-х международных рождественских образовательных чтений. В мероприятии участвовали священнослужители, деятели культуры и науки, общественные активисты, казаки и представители общества православной молодежи. Ежегодно во время рождественских чтений участники напоминают слушателям о духовном пути человека, о семейных ценностях и ответственности за свои поступки. Проходит целый комплекс религиозно-общественных проектов, направленных на возрождение православных ценностей. По инициативе Сергея Морозова утверждена концепция духовно-нравственного воспитания жизни. Рождественские чтения входят в план совместных проектов Симбирской митрополии и правительства региона. Не скрою о том, что ежегодно с нетерпением жду этих чтений, с нетерпением знакомлюсь с материалами, с выступлениями, с идеями, с предложениями, с проектами. И это мне важно не только как просто человеку, который верит в то, что он делает, верит в Бога, но и важно и как руководителю региона, потому что во многом от моих, в том числе, управленческих действий зависит о том, с каким качеством жизни мы с вами живем в нашем регионе. Форум «Нравственные ценности и будущее человечества» проходит с 19 по 21 ноября. В рамках церковно-образовательного форума руководители воскресных школ и педагоги обсудили перспективы развития. Ведь знания о вере, по мнению священнослужителей, должны прививаться с молоду. Митрополит Анастасий определил направление развития гармоничного общества. Мы должны создать сейчас такую среду для дальнейшего развития общества, какая бы определила не только вектор экономического, социального развития, но и дала фундамент для бытия нравственного здоровых людей, людей, способных отличить добро от зла, правду от лжи и грех от добродетели. 21 ноября в заключительный день работ форума состоятся семинары и секции в храмах и учебных заведениях города. Виктория Шикова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.